И заказать, если мы говорим про обувь, например, обувь, ну вот, скажем, в таком красивом цвете. Отдельно я вам сейчас сниму видео, там, где продемонстрирую не обувь, а, скажем так, верхнюю одежду из кожи крокодила. Например, как вот такие красивые пиджаки, очень красивые пиджаки красного оттенка, такой красный мат. А вот как раз мне принесли, я ранее говорила о том, что у нас есть образцы кожи разной цветовой гаммы. То есть вы можете выбрать и апельсиновый, и рубиновый, и красный, и розовый. То есть любые оттенки крокодила. Вернемся сейчас к верхней одежде, скажем так, пиджаки из крокодила. Посмотрите, как здорово смотрится это изделие. Сзади есть вот такие красивые разрезы. Это матовая кожа, очень красивого такого оттенка, прямо мат-мат-мат, и с английским воротником. Ну, то есть классический пиджачный вариант, прямо стиль пиджака. Это изделие отшито в таком синем цвете, необычном синем цвете, также рубиновым. Я бы сказала, даже ближе этот оттенок к коралловому оттенку. Коралловый цвет тоже повторяется, то есть модель та же самая, такого красивого кораллового оттенка. Апельсин, прямо цвет такой оранжевый, яркий оранжевый. Пуговицы, посмотрите, какие подобраны под этот пиджак.